11 октября 2018 года Нижнекамск встретил автопробег, сделанный в Татарстане. В автопробеге участвовал грузовик Hyundai HD78, автобус Lotus 105, автомобили Ford и, конечно же, КамАЗы, среди которых был представлен тот самый гоночный грузовик. Тракторы «Беларусь» и изюминкой выставки был бронеавтомобиль «Тайфун». Именно вокруг него крутились больше всего зрителей. Автопробег стартовал из столицы Татарстана и за 5 дней добрался до пункта назначения набережной Челны. За эти 5 дней мобильная выставка продемонстрировала технику, которую сделали у нас в Татарстане.